что это одна из самых великолепных акций молодежи, которая проходит в городе Новосибирске. Потому что здесь собираются именно дети, ребята, которые очень трепетно относятся, заботятся о наших горожанах, заботятся о престарелых, заботятся о ветеранах. Они делают это искренне. Они настоящие волонтеры, и это настоящее будущее нашего города. Ребята, вы молодцы! Мы даем концерт, мы работаем с школьниками. Раздавали картинки, мы их мазали клеем, а потом налепливали на них манку. Было интересно. Очень. Мы учим их правильности жизни, и в том числе начиная от здорового питания и заканчивая профориентацией. Преподнесли информацию очень интересная, узнала многое того, что раньше не знала. Плюс ко всему, мы также отбираем снег. В общем, это все такие добрые дела, они очень классные, и, в общем, они очищают мою душу полностью. Вдобавок к этому огромное удовольствие, невероятные эмоции, получаем огромное количество друзей, с которыми мы потом всю жизнь идем рука об руку. Я хочу сказать всем, чтобы те, кто не поехали сюда, обязательно езжайте. Вы мало того, что сами просвещаетесь, вы просвещаете других, и это, наверное, одна из благородных всех миссий, которые может реализовать студенческий отряд. Что я была когда-то.